18 февраля 2014 года. Улица Институтская. Обратите внимание на Хонду с номерным знаком АА4774СО. Именно в этом автомобиле обнаружится винтовка с глушителем и оптическим прицелом. Но об этом чуть позже. Сейчас мы видим парня в белой каске. Он постоянно находится в непосредственной близости к уже знакомой нам Хонде. Ему как будто нет дела до происходящего на улице. Запомните левую руку с молнией на рукаве у парня в белой каске. Это же молния на рукаве у водителя Хонды. Та же куртка, что и у парня в белой каске. А вот и белая каска на переднем сидении. Водитель автомобиля Honda с номерным знаком АА4774СО вскоре подвергнется проверке не только документов, но и багажника, в котором протестующие найдут винтовку с глушителем и оптическим прицелом. Это действительно та же Honda с тем же государственным номером. Убеждаемся еще раз. Автомобиль останавливают протестующие. В багажнике обнаруживается снайперская винтовка. Но что мы видим? Винтовку прячет от посторонних глаз народный избранник и по совместительству один из лидеров оппозиции Сергей Пашинский. Согласитесь, его внезапное появление возле автомобиля, который перевозит оружие, выглядит немного странным. Обратите внимание на еще одного человека в темной куртке с желтой повязкой на шее. Он стоит справа от Хонды, внимательно наблюдая за происходящим. Человек с желтой повязкой на шее общается с Пашинским, который дает ему какие-то указания. Потом он садится за руль Хонды. Винтовка с глушителем и оптическим прицелом остается в багажнике автомобиля. Далее человек в медицинской повязке выходит к протестующим, чтобы забрать у них документы. Он явно желает скрыть свою внешность, так как никакой угрозы дыханию на улице и тем более в автомобиле нет. Почему же автомобиль, в багажнике которого остается снайперская винтовка, покидает место события в сопровождении парня в маске? Сергею Пашинскому, как и людям, причастным к этой истории, вероятно, есть что скрывать. Однако сегодня имена героев данного эпизода революции становятся известными. После просмотра этого небольшого видеорасследования они должны поспешить рассказать всю правду народу Украины. Человека с желтой повязкой на шее зовут Юрий Соболта. Он работник Министерства внутренних дел, особо приближенный к министру МВД Украины Арсену Авакову. В день внутренних войск МВД Арсен Борисович торжественно вручил Юрию Соболте наградное оружие – пистолет «Форд 1705». Это случилось через 30 дней после того, как сам Аваков занял пост министра. Интересно, за какие заслуги Юрий Соболта получил наградное оружие? Какова дальнейшая судьба снайперской винтовки – неизвестно. Неизвестным также остается количество другого оружия, незаметно провозившегося на Майдан. Теперь мы понимаем, почему нет никакого реального расследования убийства Небесной Сотни. Понимаем, почему люди, пришедшие к власти, не смогли расследовать это чудовищное для страны преступление. Не смогли расследовать эпизод с вывозом оружия. Это случилось потому, что все находящиеся в машине имели непосредственное отношение к Турчинову, Авакову и Пашинскому. Они сделали все, чтобы эта история забылась, а те лица, которые были в авто, остались неизвестными.